Первые выходные лета выдались что надо. Квесты для детей и взрослых, фестивали, а еще спектакли, спорт и цирк. От Каменки до Слободеи. Вот подробности. Задобрить Бабу-Ягу, помочь Белоснежке, проверить на ловкость богатыря. И все это с пиратом и принцессой в поисках сокровищ по Екатерининскому парку. Квест-игра для детей. Одна команда, много участников, несколько локаций и везде сказочные герои. Мне больше понравилась крепость. А давай, почему? Там нужно было находить буквы и составить этими буквами слово. Какое слово получилось? Мой любимый цвет. Концерт. Тебе больше всего понравилось? Танцевать. Вот какие песни ты мог поставить? Моргенштерн, как там его, Федерико Феллини. Для взрослых в столице тоже квест с приставкой «Авто». Разгадать пункт по созвездию, выловить из озера подсказку, разгадать ребус и не только. Такие интеллектуальные путешествия уже традиция. 18 километров, 10 остановок. На каждой новое задание. Я первый раз, но круто на самом деле, очень здорово. Интересно было выполнять все эти задания. Все, в принципе, достаточно активные, достаточно быстро разгадывались. Ну, в общем-то, все. Даже, наверное, хотелось даже что-то посложнее. Где-то было прям совсем легко. У нас еще один мозг удаленно работает в Англии, поэтому мы ему скидывали. В общем, нам еще и Англия помогала. В Бендерах было по-спортивному – мини-футбол, гребля, акробатика и гимнастика. Для тех, кто далек от спорта – спектакль «Маленькие трагедии» или поход в зоопарк. В Слободее – цирк, а в Григориополе – мастер-классы и вечеринки. Рыбница собрала всех у центрального фонтана. Там был концерт духового оркестра. А в Каменке открыли фестиваль «Камертон». В парке Витгенштейна песни на трех языках. Были и мастер-классы для детей. Я сначала взяла кисточку, добавила воды и добавила в краску. Потом размазала по листу, взяла другой цвет. Потом мы полили спиртом и потом посыпали солью. И получилось как фантастическое что-то такое интересное, какой-то космос. А сейчас я рисую дерево. Концерты, квесты, фестивали теперь каждые выходные. Программа везде разная. И так будет все лето.